Samsung S27 R650 FDI – монитор для работы с гибкой регулировкой и строгим дизайном. В комплекте с монитором идут документация и три кабеля – сетевой, HDMI и USB 3.0. Монитор выполнен в строгом стиле, выглядит солидно, но вот ножка уж очень массивная. Зато она настраивается по высоте. Кроме того, монитор регулируется по горизонтальной и вертикальной оси, причем его можно повернуть на 90 градусов в вертикальное положение. Это удобно, если вы читаете длинные документы, работаете программистом или ищете себе второй монитор. Если поставить вертикальный экран рядом с основным, вам не придется сильно поворачивать голову. Что касается матрицы, это IPS на 27 дюймов с разрешением Full HD и яркостью 250 кд на метр квадратный. Соотношение сторон стандартное – 16 на 9. В общем, отличный вариант для работы. Ну и с играми тут тоже все ладно. У монитора повышена частота обновления до 75 Гц. В сравнении с обычными мониторами он выдает более плавную картинку. Только ваш компьютер должен тянуть более 60 кадров в секунду. Есть и поддержка технологии FreeSync. В паре с совместимой видеокартой от AMD монитор устраняет визуальные артефакты, например, разрывы изображения. В результате приятнее играть. Но с играми тут есть одно «но». Отклик в 5 миллисекунд. Если хотите ворваться в киберспорт, ищите монитор с откликом в 1 миллисекунду. О портах. На обратной стороне монитора расположились DisplayPort, HDMI версии 1.4, DisApp, разъем для наушников, аудиовход, 2 штуки USB 3.0 и 2 штуки 2.0, а также порт USB 3.0 типа B. При подключении к ПК через порт USB 3.0 типа B этот монитор работает как концентратор. Можно подключить к нему мышку, клавиатуру и прочие устройства, вместо того, чтобы тянуть их к компьютеру. Подведем итог. Этот монитор отлично подходит для офиса и дома. Он гибко регулируется под пользователя и работает в качестве концентратора. Поиграть с ним тоже можно, но чтобы получить настоящее преимущество над соперником, нужны более быстрый отклик и частота обновления свыше 100 Гц.